вечером. А ты можешь узнавать людей по голосу? Да, и даже по шагам. И не раз, а у вас? А у нас в кармане гость. А у нас сегодня гость. А у вас? А у вас? А ты знаешь, что дельфины разговаривают? Знаю, не знаю только о чем. О торговых караванах, о морях и океанах. Где какая рыба? И почем? Сам когда-то слышал, а ты знаешь? Конечно, это не секрет. Ты смотри, как интересно, все на свете нам известно. И вообще учение — это свет. А ты вот физику сказала, будто не знаешь, что такое электрический ток. Ты что, это из-за меня? Ты знаешь, люди видели, как падают яблоки. Но никто не задумывался, почему они падают. А вот Ньютон задумался и открыл закон всемирного тяготения. Понимаешь, я уважаю людей, которые задумываются, от чего падают яблоки и что такое электрический ток.